На днях в городе Бричень состоялся первый зональный конкурс строителей-отделочников региона. Организаторами выступили строительная фирма «Виста Конст» совместно с широко известной в Молдове фирмой «Супротен». Для участия в конкурсе зарегистрировалось более 20 человек. Гостями были примары населенных пунктов, руководители предприятий, в том числе сельскохозяйственных и строительных, мастера-отделочники из региона. Открыл мероприятие генеральный директор фирмы «Вистаконст» Табуйко Валерий Иванович, который рассказал о целях конкурса и его содержании. Директор маркетинга фирмы «Супротен» Степан Георгиевич Красковский в этом контексте отметил важность сотрудничества строительных фирм, магазинов и самих строителей. Директор магазина «Интерьер» Бричень Мала Шала рассказала о возможностях для клиентов магазина, имеющих дисконтные карточки, которые получили все участники конкурса и гости. Затем началась аттестация и закрепление за участниками конкурса рабочих мест, необходимого инструмента и отделочных материалов, подготовленных сотрудниками фирмы «Супротен». После инструктажа по условиям и правилам конкурса началась работа. В числе многочисленных зрителей, болельщиков на конкурсе было немало семейных пар, тех, кто занимается отделочными работами в качестве профессионалов-самоучек, а также тех, кто ищет таких профессионалов для себя, своего предприятия. Из отрывков разговоров и внимания, с которым зрители следили за работой, было очевидно, что они восхищены мастерством конкурсантов. В числе конкурсантов было несколько женщин. На самое приятное впечатление всех осталось от участия в конкурсе молодых учеников двух учащихся ремесленного училища номер 10 города Бричень, которые с волнением и старанием выполняли задания, поглядывая на то, как это делают соседи. Вот уж урок так урок. Цибирняк Петру. В этой школе номер 10, школа для меня середины Бричень. Чья лес профессия оста? Де че? Лес Петру, как им плачу, я ему аттракции, фаце де... Ce ai de gând de făcut după terminare? Mă gândesc să plec la lucru, pe șantier, la Chișinău. Dar ce la Chișinău, nu la Bricin? Deoarece m-am angajat cu o firmă, Enerbank, din Chișinău. Ai de gând să te duci undeva după hotare? Dacă o să fie o ocazie, de ce nu? А что думают о будущем этих молодых строителей, учителя и руководителей строительных фирм? Мое мнение в том, что у нас мало строится. И еще низкие заработки, наверное, в строительстве. Ваши выпускники вашего училища? Это 56, где-то до 60 человек устраивается на работу. Остальные половина хорошие уезжают за границу. Дело в том, что раньше, когда была плановая экономика, мы знали, что будет делать и на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Сегодня у нас экономика хаотичная, и люди уезжают, потому что имеют сезонные виды работ. Что бы вы сказали молодым строителям, вот ученикам ремесленным, которые заканчивают и получают эту профессию? Во-первых, я являюсь куратором нашей фирмы, являюсь куратором ГПТУ нашего. Я постоянно присутствую на экзаменах. И часть людей мы берем на работу. Молодежь – будущее. И я считаю, что лучше отпускать наших людей строить Россию, тем больше мы тратим деньги на их учебу. Лучше бы они работали на нас. Но это не от нас зависит. Много зависит сверху. Созвучными были мысли и у одного из опытных участников конкурса. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы строительная отрасль Молдовы развивалась? Она сейчас стагнация. Чтобы не спотыкали ее, чтобы давали ей развиваться. Заказы есть, люди хотят, денег нет. Случился на конкурсе и курьезный случай. Одна из участниц не была готова выполнить одно из пяти заданий и честно призналась, почему. Упустила лекция. Да? Так что, ученики, не пропускайте уроков. В ходе конкурса во дворе магазина проходил мастер-класс по материалам и способам отделки, который провели специалисты фирмы «Супротен». Мы номер Скакулина, сын из района Бричень, сад Коликовец, мунческ, и я ку стройка. Да, им плаче. Где скопытат профессия? Ну мы вацат, пила Москва, пища, аша, я на интересу умел. Конкретно, че требуется факт гуверну, ка маймульц конструктор сарамына ищет сну пляк пест хатар? Тресли дэй кит маймуль де лукру. После трех часов напряженного труда конкурс завершился оцениванием результатов членами жюри и фото на память у своего стенда. Надо сказать, здесь было на что посмотреть. И вот настал момент объявления результатов конкурса. Первое место по результату конкурса и премия в размере 7 тысяч лей Вахмянин Денис. Денис,
дополнение к этому Денис получил и грамоту от министра регионального развития и строительства Молдовы Марчелла Редукану. Грамоту вручил начальник департамента строительной инспекции министерства Николай Теодореску. Второе место. Василати Артур. И премия в размере 5000 лей. На третье место у нас попало два кандидата с одинаковым количеством баллов. Марина Негрев и Герман Вениамин. Уже не первый год работаю здесь, на севере Молдавии. Как вы выбрали профессию строителя? Может быть, не я ее выбрал, она меня выбрала, как бы... Работы не было, пошел на биржу труда, меня как бы послали тоже на курсы, и вот как бы лет 10-15 я уже в этой сфере. Не жалеете, что вы избрали эту? Нет. Здесь, в принципе, работа есть, и можно зарабатывать те же деньги, то, что и за границей. А где вы в Бричанах работаете? Каржаутцы, Каракушаны, Бричаны. Вот. Мы вас поздравляем с победой и желаем, чтобы вы с честью защитили север Молдовы на финальных соревнованиях. Спасибо большое. Приятный сюрприз подготовили жюри и самым молодым участникам конкурса, учащимся ремесленного училища города Бричин. Организаторы конкурса, председатель жюри остались довольны организацией первого конкурса строительных отделочников Молдовы, профессионализмом их участников. Цели конкурса, по их мнению, были достигнуты. В нашей фирме «Вистоконст», сети наших магазинов вместе с производителем многочисленных строительных материалов компания «Супротен» хотелось привлечь молодых людей, которые в сегодняшние тяжелые дни зачастую уезжают на заработки за границу. Хотелось популяризировать новые строительные отделочные материалы. Хотелось сделать такие шаги, которые привели к партнерству со строителями, с производителями услуг. Хотелось заявить о себе, что мы серьезная строительная компания. У нас в Молдове есть серьезные производители отечественные, есть молодые талантливые мастера, есть материалы. Осталось только за желанием, хотелось бы наряду с тем, чем занимается правительство, то есть привлечение инвестиций, хотелось бы, чтобы и наши люди строили здесь, у себя дома. Ну, во-первых, конкурс – это у нас, так скажем, первая проба, мы его провели в режиме теста. То есть, но, по моему мнению, конкурс удался. Я, на удивление, даже обратил внимание, что были работы очень высокого уровня качества. То есть, меня это удивило, поразило и как бы обрадовал. Но в то же время я понял, что, очевидно, мы не дорабатываем. Потому что есть моменты, допустим, есть материалы, которые многие не знают. То есть фронт работ есть. И направление вот это, очевидно, выбрано правильное. Оно будет у нас иметь развитие по полной программе. Мы очень довольны результатом конкурса. Многие впервые увидели, что такое венецианка. Нам нужно еще немножко поработать и расширить круг специалистов, которые будут работать новыми материалами, новыми технологиями. Это то, что востребовано сегодня на рынке. Также и все присутствующие на этом празднике остались довольными. Все участники получили в подарок от фирмы «Супротен» набор инструментов стоимостью около 500 леев. Коллеги – новые знания о материалах и технологиях. Зрители – дискотные карты и удовольствие от увиденного. Есть мастера в нашей Молдове, есть кем гордиться. Дело за вами, отцы нации. А у строителей отделочников, победителей зональных конкурсов, впереди республиканский конкурс. Пожелаем им успехов.